Всем привет, с вами Серега Никифоров. Сегодня третья часть с чемпионата мира по FIFA 19. И я уже стою рядом со сценой, где уже ребята начнут играть последний свой тур, самый важный тур на этом чемпионате. Любая команда может выйти из группы. Посмотрим, что из этого выйдет. Роб, давай тоже пьем. Опа. Нормально все будет. Погнали. Очень запутанная ситуация у нас в группе. Все зависит только от нас. Ну, хорошая! Есть! Хорош! Родная штангочка! Ну! Да! Да! 3-0 пас первой! Давай тоже, кулачка. Ё-моё, 3-1. Есть. Еще под конец. Можно пропихнуть. Есть! Хорош! Давай сюда! Умница! Я же говорил, Даня в первый день подходил, он говорил, у нас типа последний матч. Ну, я с Чёкой типа договорились. Да. Но голландцев опять же, все. У них минус 7, у нас плюс 3. Им нужно в 5 мячей за 2 матча. По забитым, кстати, еще выше, но им нужно в 6 вообще разницу брать. Теперь тоже. Ай, давай. Ну! Да как? Да ё-моё. Ну как? Да ё-моё. Ой, столько моментов, а. Не, всё. Всё, последний матч будет решаться. Один матч выиграли, сейчас Антоха просто давил. И проиграл все равно с счетом 1-0. Где-то не повезло. Все решается в последнем матче. 2-2. 11 матчей пройдено. Последний матч. 12-й. Жестко. Объясняю таблицу перед последним туром. У датчан 17 очков. У нас 16. У португальцев 15. И у голландцев 13. Все рядышком. И если наши выигрывают, мы выходим с первого места гарантированно. Если играем в ничью, то тут 50 на 50 выйдем или не выйдем. То есть уже все зависит. И от нас, в первую очередь от нас. И от других команд. Очень плотная группа. Уже все эмоции отдали. Нужно собраться. Всю главу пропустили. Два ноль летим. Ну. Есть! Хорошо. Давай, родной. Ну! Спокойно. Все, наши проиграли. Ничья нас выводит. Хорошо. Если австралийцы вытаскивают нам ничью, мы уходим с группы. Возьми. Прошло где-то 3-4 часа, с ребятами еще не общались, но они, понятное дело, расстроены. И уже сейчас идет финал, где играет между собой Сейчас идет второй матч. Первый матч закончится в ничью. Если французы сейчас выиграют, то они выиграют сам чемпионат. Сейчас счет 1-0, 49-я минута. И я уже здесь стою, прям рядышком. Здесь все происходит. Все, 2-0. Французы могут стать чемпионами мира.
как и в футболе. Ой-ой-ой, 2-1. 2-1, аргентинцы забили. Очень интересная концовка нас ждет. Эмоции. Вот, все, французы чемпионы. Что было на турнире? Я думаю, самое время. О, были супер эмоции вообще. Мы были настолько близки к выходу из группы. Но, увы, сначала мы проиграли сами, а потом за нас проиграли австралийцы на последней минуте. Было много эмоций после поражения. Особенно в первые секунды были, да? В первые секунды крики в сторону сборной Португалии, ругань с судьями, но потом мы остыли, совсем помирились, как бы и пошли отдыхать. Вернулись на финал, собственно, посмотрели. Думаю, что мы могли бы также отлично выступить. Плыв буквально одного очка нам не хватило. Да. Ну ничего, в следующем году мы вернемся еще сильнее. Кочка. Так я буду как игрок только уже. Ну вот мы уходим уже. Роберт уже пошел спать, я так понимаю. Мы еще остались до финала. Финал прошел. Ну как ты оценишь свои выступления? Сегодня, завтра, вчера, завтра. Сегодня, вчера. Ну, честно, немного недоволен тем, что не удалось выиграть, принести какие-то супер важные очки для команды. Но, тем не менее, я понимаю, с кем я играл. То есть, как мы уже не раз отмечали, все мои соперники — это топ-20 мира, которые играют на Xbox. Ну, один португалец играет на PS4 и как раз-таки месяц назад выиграл FUT Champions Cup. То есть, все соперники безумно были сильные, но, тем не менее, в первый день, я думаю, все равно эти ничеечки... Так, сейчас мы прошли. Ничеечки. Принесли какой-то вклад в том плане, что наши соперники не получали на 2 очка больше. То есть это все равно неоценимый вклад, как я считаю. То есть, не могу сказать, что мне прям стыдно за свою игру. То есть, многие видели, наверное, игру с голландцами последнюю, то, что, действительно не повезло, не завезла игра. Где-то, соперник сыграл очень классно, как наши болельщики, если можно так назвать, отвечают. Действительно очень классно Даня играл за вратаря, то есть это какой-то топ-левел. И вот, капец. Были моменты, которые прям вообще мы все вместе за голову хватались, когда, допустим, Мбаппе не забил в пустые ворота, то есть там уже, просто, я не знаю. То же самое было в игре 2 на 2, где с 5 метров Криштиану не забил уже головой, где, казалось бы, как не забить? Если Мбаппе забивает с 30 головой. Слушай, а где ты смотрел последние 10 минут матч? Я тебя не видел. Мы просто ушли на улицу, мы не могли. Не могли. Потом смотреть, такие, да? Думаем, что делать, пойдем туда, неохота, зашли на Twitch и смотрим, там что-то зависла трансляция. 5 защитников в Португалии стоит, мы такие, чё, как 5, они что, не могли же не забить, там оставалось сколько. Ага. Вот. И все-таки потом смотрим, там что-то, заходим в комнату тренировочную, спрашиваем, там англичане сидят, Текс, Харри, как сыграли? Они говорят, вы не вышли из-за того, что португальцы забили на 90, и мы такие просто переглядываемся, просто без слов, так бывает. Без чувств, да, и так реально говорят, сначала думали, так не бывает, потом такие, да, так бывает. В кино. Да. Только иногда бывает, что, кино не на твоей стороне. Вот такие итоги, да? У нас. Да, положительный опыт, почему нет? Многие болели даже в соцсетях, то есть не часто такое встреча, то есть реально все с каждым туром, да, все больше. Я думаю, все верили, мы сами верили. После, мне кажется, даже первых игр с португальцем мы поверили, что мы можем с первого места выйти из группы. И сегодня шли с настроем, то, что не все в кармане, все изи, а понимали то, что будет потно. Реально где-то не повезло, действительно. Может, вернулось то, что в первом дне больше
повезло нам. Ну, хотя я тоже не знаю, это такая игра, где просто ты не знаешь, от чего это все зависит, и тебе может просто либо весь турнир вести, либо со-со 50 на 50. Видите, как человек волнуется, сколько вот выговорил на эмоциях? Да. До сих пор еще. Вот прошло 3-4 часа, до сих пор еще. Да уже больше, наверное, да. Реально, как бы. Думаю, отойду. Да нормально все. Выступили. Не опозорились, главное. Вы же в течение трех видосов видели всякие такие фразочки. Составьте из них не то чтобы фразу, откуда я эти отрывки взял, из какого матча и от фразы кого. Если вы знаете правильный ответ, если вы решили этот ребус, тогда пишите в комментариях ваш ответ, и розыгрыш проведем совсем скоро. Обязательно. Кто правильно ответит, вы будете участвовать в конкурсе, где будет разыгрываться мяч со всеми автографами сборной России. Все, с вами был Серега Никифоров. Спасибо, Николай. Антон Клинов, Роберт Вахрадинов. Где-то тоже. И еще вся делегация сборной России. Саня, все, пока, попрощаемся. Саня, машина снимается. Всем пока.